Во вторник на границе Сербии с Хорватией выстроилась 15-километровая очередь из грузовиков. У хорватских таможенников отказало новое программное обеспечение, которое им установили при вступлении страны в Евросоюз днем ранее. Через этот таможенный пункт проходит главный транзитный путь из Турции в Западную Европу. Здесь застряло около 1300 фур. Проблема в том, что хорватская таможня не может пропускать большое количество грузовиков из-за неполадки в компьютерной системе. Им нужно было приспособить свою систему к системе ЕС. Большинство водителей из Юго-Восточной Европы говорят, ждать в очереди приходится не менее 12 часов. У меня фура-рефрижератор, в которой свежие продукты. Не знаю, во что они превратятся, когда я приеду в Загреб. Холодильник работает, но и жара делает свое дело. Этот Европейский Союз, что он собой представляет? Вот это и есть Европейский Союз. Если это Европа, то мы должны ехать беспрепятственно. Проблема в том, что мы торчим здесь уже 2 дня, от заката до рассвета. Как сообщили сербские таможенники, сбой в программе быстро устранили, однако, чтобы привести в норму торговые перевозки, потребуется еще 2 или 3 дня. В заявлении таможенной службы Хорватии отмечается, что таких накладок после вступления страны в ЕС можно было ожидать. Напомним, Хорватия стала 28-м членом Евросоюза 1 июля.